Здравствуйте! Сегодня у нас краткий обзор термографа, прибора для непрерывного измерения температуры. Давайте посмотрим на данный прибор поближе. Прибор состоит из корпуса, измерительной части, которая защищена двумя металлическими дугами сверху и снизу, самой измерительной части, давайте посмотрим на нее поближе, которая представлена главным образом биметаллической пластинкой, и механизмом передачи деформации пластинки на стрелку, которая наносит на вращающийся барабан нашу зависимость. На данном барабане, вот этом черном, закрепляется бумага с нанесенной уже сеткой, которая нам необходима. И на этой бумаге путем медленного вращения барабана наносится графическая зависимость перемещением стрелки вверх и вниз. Вот если мы будем сейчас аккуратненько деформировать пластиночку, мы увидим движение стрелки вверх и вниз. Перемещение данной стрелки примерно на 1 мм соответствует тоже примерно 1 градусу Цельсия изменения температуры. Это все описано в инструкции данного прибора. Данный прибор конкретно выпускался советской промышленностью. Эта модель выпущена в 1987 году. Механизмы вот такие заводные, часовые, могут быть на барабане сутки, недели, месяц. В зависимости от модели прибора. Все это защищено, как и у любого подобного прибора, вот таким пластиковым корпусом. Есть проемы, защищенные стеклом, для того, чтобы можно было непрерывно наблюдать за изменением графика температуры во времени. Сегодня у нас на обзоре был вот такой прибор, термограф. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. В будущем будут другие видео, посвященные экологической тематике, тематике очистки воды и прочей. Всем всего доброго, до свидания.